Привет, дорогие друзья меломаны, соратники, подельники, можно сказать, коллеги. Свершилось. Несколько дней тому назад мы сняли обе серии программы «Опыт рока» год за годом, год 1989. Съемки прошли прекрасно. И довольно скоро, то есть в феврале, скорее всего, где-то в середине февраля, вы эти программы одну за другой увидите на планете Ру. Огромное вам спасибо. Съемки мне понравились. Там новое место, такое достаточно колоритное, может сказать, экзотическое и технологическое. Так что это очень хорошая новость. Хорошая новость номер два. Вот тут вот у меня имеются две пачки дисков. Одна пачка. Вторая пачка. И это диски, которые я подписал для тех, кто купили акции. Арвису, Александру Кулясову, Николаю Попкову, Антону Петрушину. В общем, короче говоря, 28 акционеров, 28 дисков. И обратите внимание, что, в общем-то, я это сделал неформально. То есть все акционеры прислали какие-то свои предпочтения. Кто любит психоделический рок, кто гаражный, кто этническую музыку. Почему-то совсем любителей электроники, правда, не было. Но я думаю, что и такие в скорости найдутся. В общем, короче говоря, поскреб я по сусекам и всем нашел пластинку, я очень надеюсь, по вкусу. То есть очень не хотелось бы, чтобы вы ценили эти пластинки только за автограф вашего покорного. Очень хотелось бы, чтобы вы их слушали и получали удовольствие. Так будет и впредь. То есть все акционеры будут получать тщательно подобранные компакт-диски с интересной музыкой. То есть на самом деле интересной, и никакого дерибаса тут нет, в принципе, быть не может. Что теперь? Теперь на очереди год 1990. То есть пора собирать средства. Мне бы очень хотелось, чтобы вот этот шаг программы соблюдался строго и был равен одному месяцу, что, как мне кажется, очень даже логично. Поэтому давайте, ребята, покупайте акции, собирайте бонусы. На данный момент собрано 106 тысяч рублей, из них 100 тысяч ушло на две серии 89 года. Что касается до 6 тысяч, то они автоматически перебросились на 1990 год. Никакого распила у нас тут не идет. Каждая собранная вами копейка, уважаемые акционеры, идет в дело. Значит, осталось нам собрать 94 тысячи, и очень хотелось бы, чтобы эти деньги оказались собранными, скажем, до конца февраля. И в этом случае, в начале марта, я с удовольствием запишу год 1990. Год этот, кстати, довольно интересный. И тогда, в середине марта, очередные две серии выйдут в эфир, можно сказать, на planete.ru. Я очень жду этого момента, а то, насколько скоро этот момент наступит, зависит только и исключительно от вас. То есть я всегда готов. Готовы ли вы? Надеюсь, что да. Так что до скорой встречи. Жду не дождусь, когда смогу подписать еще некоторое количество хороших компакт-дисков. Еще раз спасибо и до скорого.